Здравствуйте! Рад приветствовать вас на своем канале. Госдолг России достиг 20,4 триллиона рублей. Это сколько? Государственный долг – это сумма, которую федеральный бюджет задолжал гражданам и компаниям внутри страны, а также зарубежным компаниям, например, банкам или владельцам облигаций. За первое полугодие 2021 года госдолг России вырос на 7,8%, или примерно на 1,5 триллиона рублей, и составил 20,4 триллиона. Такие большие деньги представить сложно, но можно сравнить эту сумму. 20,4 триллиона рублей – это бюджет России на 2021 год. Можно год не собирать никаких налогов и не продавать ресурсы за рубеж, а у государства все равно будут деньги на медицину, образование, дороги, армию и другие расходы. Источник Минфин. 20,4 триллиона рублей – это годовой ВВП Финляндии. Если все жители этой страны целый год не будут ходить на работу, в экономике страны ничего не изменится. Зато граждане смогут хорошенько отдохнуть. Источник МВФ. 20,4 триллиона рублей – это 278,5 миллиарда порций борща. Хватит, чтобы все россияне целый год питались только этим блюдом, 5 раз в день. Источник Ведомости. 20,4 триллиона рублей – это выручка РЖД за 11 лет и 3 месяца. Если государство компенсирует эти деньги РЖД, россияне смогут все это время бесплатно путешествовать по железной дороге, а компании перевозить грузы. Источник Finance.ru. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на мой канал в Дзен, на Яндекс.Эфире или на YouTube. Ставьте лайки. Читайте и смотрите наши материалы. Впереди еще много интересного. Мне очень важно ваше мнение.